Новое поколение укрепляет позиции в политике. В Самаре состоялось совместное заседание Общественного совета городской думы и молодежного парламента, где подвели итоги совместной работы. В числе основных вопросов – организация летнего отдыха детей, прием учащихся в школы, готовность объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период. С докладами по этим темам выступили руководители профильных городских департаментов. Члены думской молодежи отмечают, что они всегда внимательно относятся к приглашениям поучаствовать в подобных мероприятиях. Это обмен опытом, это вот именно участие в серьезных каких-то вещах, вот рядом со старшими коллегами, с настоящими депутатами, впереди много работы. Не стоит останавливаться на достигнутом. Депутаты общественного совета также высоко оценили совместную работу с молодежью. Вот это вот взаимодействие, я думаю, что как раз даст тот результат нам подготовки не только молодежного парламента, да, но и, как говорится, настоящего взрослого парламента, депутатов, которые в ближайшие годы будут решать все проблемы для жителей нашего города. Правильная поставленная цель в жизни, она формируется вот в нашем именно совместном заседании. Самых активных членов думских совещательных структур отметили благодарственными письмами. Светлана Тимофеева, Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.